Летом поток желающих заниматься в спортивных залах, в атлетических залах увеличивается. И в клубе «Молодость» начали подготовку к очередным соревнованиям. Действительно, сейчас больше ребят и любят игры с железом. Да, по весне не только молодежь, но и люди уже в возрасте пытаются подготовить себя к пляжному сезону, привести себя в порядок, чтобы влезть в свои прошлогодние летние одежды. У нас традиционный турнир клубный, мы проводим каждое лето, посвященный Дню военно-морского флота России в данном случае. Как молодежь, так и опытные атлеты, возрастные атлеты. Потому что это интересно, это захватывающе. Вот. Старое поколение хочет тряхнуть стариной, да, показать силу, показать молодежи, что еще есть порох в пороховницах. Ну и молодежь пытается не отстать от всего этого. Возглавит судейское жюри мастер спорта Валерий Казанцев. Итак, атлетический клуб «Молодость», очередной турнир, приуроченный к Дню военно-морского флота России. Владимир Милянский, Олег Иващенко, программа «Наше время».